собрав себе, сеял во слезах весельем жнешества. Мощи Георгия Победоносца привезли в Мурманскую область в рамках всероссийского молебна о победе и успешном завершении специальной военной операции. Заполярье – 45-й регион из 89, который посетят священнослужители. Находясь в других епархиях, в которые мы поехали, многие люди приходили и просили, молились, даже со слезами люди молились святому великому ученику Георгию, чтобы Господь по молитвам святого помог наше трудное время. Из аэропорта реликвию доставили в Свято-Никольский кафедральный собор, где все верующие поклонились святыне. Богослужение возглавил митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан. Слава Твоя, молитвами Пречистой Твоей Матери, всех святых и святая Владычица. Утро мощи разместили в храме Спаса на Водах, а уже днем ковчег отправился в Свято-Андреевский морской кафедральный собор Североморска и штаб Северного флота. 8 августа в 18:30 их разместят в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Мончегорска. До 17 часов каждый желающий сможет прикоснуться к раке. Георгия Победоносца считают покровителем военнослужащих, особенно новобранцев и фермеров. Молитва перед его мощами помогает тем, кто несет военную службу. Также просит об исцелении от болезней и даровании детей. Данил Скуратов, Борис Савельев, Максим Чинкин, ТВ 21+.